На страже порядка по-новому. Сегодня состоялось открытие обновленного стационарного поста на бульваре энтузиастов. Расположение осталось прежним, в остальном перемены налицо. Площадь больше, увеличилось число комнат в помещении теплее. Поздравил полицейских Автограда с обновкой, а также грядущим профессиональным праздником и глава города. Это хорошие условия для вас, сотрудников гарнизона управления внутренних дел. И хорошие условия для того, чтобы люди видели, что полиция, стационарный пост работает для того, чтобы охранять покой и общественный порядок наших граждан. Благодаря работе сотрудников полиции на бульваре энтузиастов удалось предотвратить несколько серьезных ЧП. Для создания необходимых для правоохранителей условий труда было решено сменить старую будку дежурного на новую, которая поможет нести нелегкую службу и дальше. Обновление нового помещения, я думаю, уверен, работа наружных нарядов закипит с новой силой на благо жителей и гостей нашего народа.